Студенты Казанского федерального университета опубликовали петицию с требованием отменить итоговые государственные экзамены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Причиной тому стало то, что у некоторых учащихся нет технической возможности сдать экзамены в онлайн-формате. Студенты привели в пример опыт российских вузов, отменивших госэкзамены на фоне распространения COVID-19. Есть ряд федеральных образовательных стандартов, по которым работает в том числе и Казанский федеральный университет. И в этих федеральных стандартах четко прописано, что государственный экзамен является неотъемлемой частью итоговой аттестации студента. Это касается таких направлений подготовки, я по памяти говорю, как юриспруденция, лечебное дело, международное право, по-моему, регионоведение. А во всех остальных стандартах обязательного требования проведения госэкзамена не содержится. В связи с этим в Казанском университете отменены все государственные экзамены по тем направлениям подготовки, по которым нет обязательного требования федерального образовательного стандарта включения государственного экзамена как этапа итоговой аттестации. В указанных мной направлениях мы отменить не можем, поскольку это будет нарушение федерального образовательного стандарта, и, следовательно, диплом, полученный студентами, он будет просто нелегитимным. Очень много идут ссылок на другие вузы, например, на Высшую школу экономики, что там отменили. Но дело в том, что Высшая школа экономики работает по собственным образовательным стандартам. Это не федеральный образовательный стандарт. И они выдают соответствующий диплом по собственным образовательным стандартам. Поэтому не надо здесь путать разные совершенно понятия. При всем желании Казанский федеральный университет не может отменить государственные экзамены для всех направлений подготовки, так как это противоречит государственным стандартам. Лилия Талипова, Универньюз.